приготовились к дачному сезону? Вы приготовили свою спинку, свои ручки и свои суставы? Сегодня мы без лопаты, без нагрузки на спину спахаем 8 соток за 40 минут быстро и легко. Это лучшая подмога для дачников, фантастическая новинка от бренда Декоп. Молниеносно выкопает аккуратную яму подсаженец, а также с минимум усилий выкорчевывает любой сорняк самым длинным корнем. Теперь подготовка и обработка почвы превратится в пребывание на даче в одно удовольствие. Готовьтесь к дачному периоду заранее. Премьера состоялась неделю назад. Было продано 600 штук. И сегодня мы специально к дачному сезону сделали главным товаром дня. Вот наша многострадальная спинка. Мы трудимся на даче, приезжаем выкапывать картошку, вспахивать поле, а потом бежим в аптеку, покупаем лекарства и все лето лечим нашу спинку. Как этого избежать, нам рассказывает Юрий Катков, ваш личный эксперт по дачному участку. Современные технологичные средства. Вот, пожалуйста, культиватор электрический от бренда Deco. Это не просто культиватор, это такая вот механическая лопата, и не просто лопата, их здесь огромное количество. Вот обратите внимание, у нас с вами здесь есть 4 фрезы, и на каждой фрезе есть такая вот полноценная лопата, тяпка и огромное количество инструмента, которые раньше нужно было держать руками и работать руками. А здесь, посмотрите, вот как раньше, да и некоторые сейчас берут лопату и начинают нагружать свою спину, свои суставы. Это, конечно же, боль, это нагрузка. Ну, сколько вы так дней прокопаете? 1, 2, 3. И все, потом уже закончился, считайте, сезон. А здесь обратите внимание, мощность достаточно серьезная, потому что вот эти фрезы вращаются со скоростью 390 оборотов в минуту. Лопата ваша с такой скоростью работать не умеет. И здесь, посмотрите, пожалуйста, вот я даже покажу легкое управление, и вот они вращаются фрезы. Посмотрите, как мощно! Посмотрите, как невероятно! А самое главное, как эффективно. Ну и самое главное, что за счет геометрических особенностей у нас диаметр фрезы 180 сантиметров, это 180 миллиметров, 18 сантиметров, работает в данном случае культиватор исключительно с плодородным слоем почвы. Он не заезжает достаточно глубоко. И посмотрите, раз, он не просто перекапывает, он именно разрыхляет, он перемешивает. Он обновляет. Ну и, конечно же, как следствие, увеличивает урожай в 2 раза. Разлихляет и культивирует почву. Перемешивает именно плодородный слой. А если вы добавили еще удобрение, на, предположим, золу или какой-то другой органический элемент, это очень важно. Плюс, кстати, обратите внимание, если у вас какие-то сорняки остались, есть корневая система, там, растений, травки, сорняков, то здесь 4 фрезы перемалывают это все в естественное удобрение, потому что все вот эти корни, они остаются в земле и потом являются естественным удобрением. То есть вы сегодня получаете такую особенную механическую электролопату, которая самостоятельно, без нагрузки на вашу спину, вспашет нам потрясающие 8 соток, позволит вам без нагрузки подарить себе легкость вскапывания 40 минут. 8 соток вспашет наш культиватор. Это бренд Deco, это громкая новинка. 1 год гарантии, бесплатная доставка и лучшая цена 9999. Если вы оплачиваете свой заказ картой, то цена будет еще выгоднее, 9499 рублей. И я, конечно, зашла на соседний сайт и посмотрела, сколько стоят там культиваторы. 13 430. Посмотрите, цены растут. Да? И все магазины бытовой техники, которые особенно при дачных участках, поднимают сумасшедшие наценки. Сезон начинается. 12 тысяч. У нас лучшая цена, бесплатная доставка и возможность сберечь свое здоровье. Вообще, слушай, я представляю, Юр, мы приезжаем на дачу, конечно, у нас огромный вот этот вот 6 соток земли для картошки. Вот нужно ее вспахивать. А потом спина просто на неделю. Картошка, капуста, свеколка. И на самом деле, вы все думаете, что должен мужчина приехать, взять лопату в руки и начать копать. Ну, в данном случае, вы посмотрите, изящная, хрупкая девушка, играющая абсолютно, прямо сейчас работает вот с этим культиватором. Его не надо поднимать, его не надо тянуть. Он сам едет за счет тех 4 фрез, которые находятся в данном случае сейчас под землей. Он сам от вас, ну, как будто немножечко уезжает. Вы просто его направляете. Ну и управление здесь тоже абсолютно простое. Всего лишь одна клавиша и всего лишь один предохранитель. И вот, обратите внимание,
Вот, работа именно с верхним плодородным слоем. Лопатой сделать это, прямо скажем, тяжело, потому что, ну, как бы, вот этот штык от лопаты иногда заходит слишком глубоко, и вы прям убираете плодородный слой вглубь своей, вглубь почвы, вглубь грунта. Это не очень хорошо. А в данном случае все как раз-таки идет на пользу вашего урожая. Он легче, чем коляска для ребенка. Конечно. И причем он идет сам, самостоятельно идет. Вы просто идете и поддерживаете его за ручки. Абсолютно легкий, маневренный, потрясающий. И он вскапывает землю за вас, а вы бережете спину. Сколько мы спинцами наклоняем, пятой точкой вверху все лето работаем. Сегодня мы бережем нашу спинку и дарим здоровье своему организму, а нашему участку дарим плодородную землю. Ну и сколько вы можете работать лопатой, особенно сейчас, с землей, весной, когда, предположим, вот, ну и действительно так и получается, снег сошел. Земля тяжелая, земля мокрая, земля влажная. И когда вы начинаете работать лопатой, вы достаете землю, а у вас, ну, любая геометрическая фигура, но не такая вот рассыпчатая земля. Посмотрите на эту землю, она рассыпчатая, она наполнилась кислородом. Посмотрите, насколько она воздушная и как хорошо в ней будут расти наши растения. Увеличивает урожай в два раза, рыхлит, культивирует почву, перемешивает плодородный слой, увеличивает водопроницаемость, способствует проникновению кислорода и теплого воздуха, перемалывает сорняки и делает борозды. Слушай, это настоящее чудо для каждого дачника. И это абсолютно безопасно для вашего огорода, для вашего сада. Потому что здесь у нас электрический культиватор, здесь нет бензинового двигателя. Поэтому конечно, здесь ни бензина, ни масел, которые могут оказаться потом в вашей почве. Что-то иногда, все, прямо скажем, ну, иногда протекает. Ну и посмотрите, вот она лопата классическая. Сейчас многие возьмут ее в руки, а потом будут мучиться. 5 часов работать это надо. Это вот берем, как казалось бы, такое не самый большой участок, 3 на 6, но посмотрите, 5 часов работы вместо 20 минут, если вы используете культиватор. Да. Казалось бы, лопата простая в использовании, но на самом деле культиватор такой же простой, нужно просто немножечко привыкнуть. Я вас уверяю, что через 20 минут работы вы точно привыкнете к тому, как пользоваться вот этим культиватором. Звоните прямо сейчас, делайте первые заказы, берегите свою спинку и подарите себе на дачу лучшую технику от бренда Deco, лидера в мире уникальной бытовой техники для дачи.